Ну вот, вор Дед Мороз приехал. Там детишки уже в сани к нему забрались. Предновогодние дни в Варне. Мне, как человеку, выросшему в условиях русской зимы, очень сложно в это поверить. Но верь, не верь, а это так. В городе сейчас огромное количество коледных базаров. Коледа по-болгарски – Рождество. А на улице тепло, 7-10 градусов, солнце светит, из осадков только дождь. Греяное вино и горячая еда – это тоже признаки приближающейся Коляды. И гости со всего мира приезжают. Оттого и английский на улицах звучит так же часто, как и болгарский. Ну а хоро в Болгарии всегда, в любое время года, в любую погоду. Очень красивые, очень большие.
очень хорошо смотрят, когда так... Это только шерсть или там уже шелк еще? Шерсть и шелк. Шерсть и шелк. Шерсть и шелк. И сколько вот, например, такой палантин? 79 лева. 79 лева, очень получается хороший. 40 евро. Да, очень хорошая цена. Эти все 79. Остальные немножко. То есть, и вот, например, да, платье тоже 79? Платье 300. О, вот я и... А, то есть вы имеете в виду палантины? Палантины 79, 79. Да. Эти палантины. Ну, все-таки зима. Соответственно, надо утепляться. Хочется, чтобы было тепло и красиво. Салви. Коридор. О, такие плотные. Да. Прям. А это благотворительный базар. Ну, все, что здесь продается, сделано добровольцами. И средства, вырученные от продажи, пойдут на помощь больным детям. У нас плед называют. Такие. Да. Из скопченца на Карен, да, у нас специально тянется. Так это шлянда. Бренд. Да, специально тянется. А, это для детишек, они маленькие. Очень туда уже. И получается новый воротник по-русски. Ну, это в Фарнии вы находитесь? Да, Карен дом. День катится к своему завершению. Зажигаются рождественские огни, и на улицах начинаются вечерние концерты. Надежда на двери.